Ирина Пегова предстала в ультрасексуальном образе. Актриса разоткровенничалась о финале телепроекта, в котором приняла участие. Звезда сериала «Акушерка» приняла эффектный и необычный образ. Она облачилась в интригующее платье глубокого зеленого оттенка. Артистка примерила красные чулки и малиновые туфли. Ярким акцентом стала необычная прическа красотки. Фотограф использовал эффект с волосами, которые взметнулись над головой. Ирина поблагодарила съемочную команду, которая воплотила ее задумку в реальность. «Как же я люблю талантливых людей! Иногда аж волосы дыбом становятся! Обожаю эту команду! Вы творческие единицы, которые откликаются на любую мою дурку! Ваша фантазия не знает границ, а вместе мы пуля!» – высказалась артистка. Пегова была участницей шоу «Ледниковый период», которое закончилось на прошлой неделе. Артистка выступала в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Тихоновым. Поклонники поинтересовались у нее, кто одержал заслуженную, долгожданную победу. «Ирина, скажите на ушко, кто выиграл в ледниковом периоде? А то, смотрю, Костомаров загорает на Мальдивах уже. Мы никому не скажем. Но жуть как интересно!» – попросила подписчица. Пегова поразила откровенностью. Она раскрыла главную интригу проекта – Кузьмина и Янберт. Рассекретила имена победителей артистка. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.